Итак, вы молодцы, что все проснулись. У меня сегодня было очень тяжелое утро, надо было встать. Очень рано еще приехать, даже раньше вас сюда. Но в целом, тема, которую я буду вам вкладывать сегодня в уши и головы, она будет мало относиться что к погоде, что еще к чему-то. Она будет относиться к тому, как из различных данных у нас различными способами доставать какие-то факты. И в этот раз я подумал и решил не акцентироваться просто на каких-то абстракциях. Расскажу об одной задачке, которой я занимался и занимаюсь сейчас. И на ее примере попробую рассказать о всей той боли, которую испытал, ну или счастье, которое получилось с различными, скажем так, программными не очень комплексами. Так, немножко про себя. Вдруг мы с кем-то не знакомы. Теперь я уже отважный житель солнечного Петербурга. Мне в последнее время приходилось так или иначе много работать, что с пигом, что с хайфом и прочими высокоуровневыми абстракциями. До какого-то периода я с ними дела не имел. И не знаю почему, в интернете не находил или просто мне казалось, что это слишком, не знаю, так модно, стильно, молодежно, чем не стоит заниматься. Поэтому я писал MapReduce Jobs. Вот. По какой-то момент меня это утомило, я испытал какие-то чувства по отношению к этим инструментам. Дальше фраза должна, видимо, как-то описывать мою любовь к различным темам про обработки графов. И вам даже сегодня не удастся этого избежать, но обещаю, что это будет очень-очень немножечко. Итак, про задачку. Жила-была задачка. Задачка мне прилетела непонятным способом, но очень надолго осталась. Вместе с задачкой прилетела достаточное количество данных, чтобы мои жесткие диски слегка от этого начали крошиться. Поэтому было очень важно сохранить жизнь моего ноутбука, потом жизнь сервера, на котором я это все хостил, потом жизнь гуглового сервера, ну, о его жизни мне нужно было беспокоиться немного меньше. Итак, представим себе, что есть некая социальная сеть. У этой социальной сети есть некоторые параметры, которые как раз что-то нам говорят о том количестве данных, с которыми нам приходится работать. В этой социальной сети есть 200 миллионов зареганных пользователей, 8,5 миллионов сообществ. Это различные группы, хабы и все что угодно. Может быть, встречи. Также в сутки приходит 40 миллионов пользователей. Сами понимаете, что логинов чуть больше 40 миллионов в сутки. Люди логинятся по несколько раз. Это 250 миллионов сообщений, которым вы можете применять различный там текстовый анализ. Это 8 миллионов постов. Заметьте, сообщений люди пишут намного больше, чем постов. Среди интересного это еще и установление в сутки 7 миллионов новых связей. Это то, что касается графа дружбы. Тем не менее, даже в этой идеальной соцсети, в которой так много данных, происходит некоторая вредоносная деятельность. Вредоносная деятельность заключается в следующем. Часть из нее имеет истоки еще из старых добрых сетей знакомств там, и так далее. Дело в том, что в этой социальной сети сохранились такие фичи, как возможность зайти на страницу кому-то, и вы видите, что кто-то к вам на эту страницу заходил. Очень интересная вещь, которая позволяет спам-аккаунтам так или иначе привлекать к себе внимание, не совершая формально никакой вредоносной деятельности. Можно создавать синевую подсеть спам-аккаунтов, которая постепенно активируется и что-то начинает происходить. У меня тоже была такая история, когда-то в 2007 году я создал аккаунт в этой социальной сети. Когда я решил его реанимировать некоторое время назад, я обнаружил, что оказывается, меня зовут Юлия Некрасова, и я дружу с кучей парней с очень странной географией, и уже давно с ними как бы не общаюсь, но они все еще мне пишут. Очень странно, сейчас я понял, что у меня был слегка небезопасный пароль, равный моему логину. Действительно глупо, но кто знал. Эти спам-профили могут быть как взломаны, так и созданы заново, но при этом, как показывает статистика именно лет в социальной сети, взломанных профилей все-таки больше. При этом вы в результате своей деятельности можете, скажем так, отхватить негатив со стороны других пользователей сети. Они могут пожаловаться на вас. Например, вы поставили им плохую оценку к фотографии. На вас могут пожаловаться. Или, например, вы прислали непристойное сообщение. На вас тоже могут пожаловаться. То есть есть так или иначе некоторые данные, которые поступают к модераторам и которые размечены по категориям спама. У соцсети есть проблема, у нее большой штат модераторов, его нужно сокращать. Эпидемии периодически распространяются, слава богу, что в этой социальной сети нет площадок для политических срачей, и количество бана незначительное по сравнению, например, с Фейсбуком, но есть большое количество рекламного спама, маркетологического, обкатки новых продуктов и так далее. Необходимо как предотвращать спам до его появления, так и как-то работать с людьми, которых недавно взломали. Необходимо облегчать работу модераторов, говорить, вот этих проверяй, вот этих не проверяй, вот с этими жалобами нужно работать, вот с этим нет. Таким образом, есть шанс сократить сотни, к
К сожалению, из-за того, что социальная сеть русскоязычная, приходится держать сотни высокооплачиваемых русских специалистов, а так можно было бы просто ревьюить фотографии при помощи китайцев и индусов. В общем, примерно такая задача, в общем-то, сократить расходы. Итак, что за данные были? Был граф связи, примерно он весил в очень хорошем упакованном зазипованном режиме порядка 39 гигабайт, в нем было, например, 9 миллионов основных вершин и порядка там, 300 миллионов линков. Это демография, которую пользователи сами заполнили в своих анкетах. Это лайки, классы или что-то такое. Это история логинов, включая неудачные попытки авторизации. То есть кто-то долбится в один аккаунт. Все это тоже сохраняется, и можно как-то так или иначе анализировать. Посты в группах и для того, чтобы строить наше тренировочное множество, жалобы на спам. Что нужно делать-то? Дело в том, что существовала некоторая автоматическая система, которая так или иначе периодически принимала как реальных пользователей за нереальных, так и нереальных за реальных. Ну, то есть, скажем так, уровень допуска был достаточно большой, и на модераторов все равно скатывалась работа по перепроверке этой системы. Поэтому просто были выдвинуты некоторые другие требования к математической модели, которая будет отсеивать всех пользователей. Скажем так, нужно было иметь вероятность ошибки что первого, что второго рода в случае поиска спам-аккаунта, значительно меньшую, чем то, что было на первый взгляд. Ну, надо сказать, что первая система состояла из довольно большого, огромного набора чего-то, что можно назвать бизнес-правилами, написанным на некотором внутреннем DSL. Их количество накапливалось, все это можно было назвать одним жутким, неповоротливым, долгим эвристическим алгоритмом. И если вы пытались хоть раз обмануть, там, не знаю, Google Аналитику или что там, Гугловый PageRank или хотя бы Яндекс.Метрику, все понимаете, что можно до какого-то момента играть с простыми правилами, накручивать себе какие-то вещи, подстраиваться под параметры, и вас какое-то время будут не вычислять. Проблема системы, которая существовала, в том, что можно было вычислить эти правила. Основные признаки, которые были выделены для этой модели. Мы скоро перейдем, почему нужно было вообще что-то извлекать или что-то готовить. Во-первых, можно было хорошо поработать с граф. Ну, это понятно, у нас есть граф друзей. Причем некоторые фичи были такие. Например, степень вершины вы легко можете посчитать стоя просто вершинки. Но при этом, конечно, вершин очень много, и нужно иметь в виду, наверное, какое-то распределение вершин во всем графе, чтобы понять, например, это какой-то аномальный бот, у которого 10 тысяч друзей, там, и у всех его друзей по 10 тысяч друзей, или здесь какая-то другая структура зарыта. Это так называемая глобальная фича, которая вовлекает в вычисление весь граф. То есть, чтобы посчитать тот же PayRank, мы запускаем итерационный алгоритм, который начинает с каких-то стартовых значений, важность начинает перетекать из вершинки в вершинку. То есть, в основе этого алгоритма лежит процессинг всего графа. То есть, весь этот сет пришлось бы графовый процессить. Есть так называемая, я назвал ее Global Local фича, она вовлекает вычисление вершинку и ее соседей до какого-то колена. Здесь что можно интересного заметить? Например, очень отличаются пользователи, друзья которых дружны между собой, и пользователи, друзья которых не знакомы друг с другом, разнесены в географии, принадлежат разным социальным кругам и так далее. Все это называется так называемый local clustering коэффициент, то есть степень близости ваших друзей. Вообще, люди, когда дружат в сети, когда им строят какие-то сервисы, рекомендации, им часто предлагают человека в друзья, который вот этот вот local clustering коэффициент увеличивает. Цель часто стоит в задаче максимизации. То есть вы ищете какого-то человека, всовывание которого в вашу сеть друзей повысит плотность дружбы среди ваших друзей. То есть его знают все ваши друзья, вот, а если вы его добавите, то вот вы получите какой-то компактный. Это количество попыток аутентификации, как хороших, так и плохих, но причем не просто количество попыток, а некоторая плотность по отношению к вашей временной шкале, к вашей частоте захода. Понятно, что человек в один день может вести себя как хороший, зарегистрировался с утра, вышел вечером, да, а может в какие-то дни как-то усиленно долбиться, но при этом, возможно, это его обычное поведение, потому что у него кривые руки, маленький смартфон и так далее. Вот эти вещи нужно пытаться как-то разбирать на паттерны. То есть для этого я вел плотность. Анкетные данные. Они часто могут быть неверными, но надо сказать, что в этой социальной сети меньше фейковых анкетных данных, согласно другим исследованиям, поэтому их можно считать относительно достоверными. А еще очень интересные географические фичи. То есть у меня были данные, например, логинов и айпишников. Айпишник позволяет по GeoIP достать географию, ну и так далее и тому подобное. Есть какие-то более точные вещи, которые… Плюс человек указывает там город, страну проживания в анкете. Очень сложно работать с этими вещами, с этими данными, которые представлены, например, в виде IP или в виде, не знаю, кодов ваших регионов. Представьте, что у вас вместо географии были, не знаю, автомобильные номера регионов. Каким образом отранжировать этот признак? Каким образом, не знаю, его упорядочить?
Ну, я, например, вел такие фичи, как удаленность от столицы. Оказалось, да. Вот, например, такая фича оказывает некоторое влияние. Ну, причем логарифм от километров, например. А также удаленность от государственных границ. Потому что нездоровая деятельность в этой социальной сети начинается при пересечении поезда, например, дружбы Душанбе-Москва, и где-то в районе госграницы начинают регаться, заводить аккаунты и так далее. В общем, такие вещи, они были выявлены в качестве шумов, и их нужно было каким-то образом отсеивать. Ну и много-много мелких вещей, но даже эти вещи требуют вовлечения всего датасета в вычисления. Ой, не в ту сторону. Например, я хотел сначала поработать просто с распределением числа друзей. Распределение числа друзей — я тут здесь хвостик просто слева от единицы, то есть люди, сколько тысяч пользователей в моем датасете было, имея там, например, одного друга, 14, 27 и так далее, до 500. На самом деле хвост идет до 5000, но там их такое незначительное количество, никаких выбросов, кстати, нет, даже хвостик очень хорошенький. Почему не работали старые добрые паттерны, которые давали ошибку? Дело в том, что в первой системе было очень много попыток ввести правила. Если у вас круглое число друзей, тогда... Или если у вас там число друзей резко возросло с 10 ровно до 100, нет. К сожалению, в человеческой природе набивать себе круглые числа, а особенно среди пользователей данной соцсети, это особенно широко распространено. Но при этом выбросы на круглых числах все равно оказались незначительными. То есть, в принципе, все подчиняется хорошему, доброму, степенному закону, как и во всех других любых социальных сетях. То есть выборка вообще довольно хорошая. Но, тем не менее, даже вот эти данные давали неплохую фичу, которая оказывала очень серьезный вклад на конечное решение. Набор инструментов, которыми пользовался. Естественно, вначале стоит стартовать с каких-то простых вещей. Я, естественно, стартовал для прототипирования модели с языком R. У меня были некоторые простые выгрузки, на которых можно было просто построить какие-то деревья там, и так далее. Небольшие Excel-файлы. И R очень хорошо подходит для того, чтобы парсить все эти разнообразные файлы. Здесь все очень хорошо. Вы тратите на это 15 минут, куча готовых моделей. И вы до какого-то результата можете дойти. Например, до такого результата, что вы очень плохо распознаете спам от неспама. Понимаете, что модель плохая, и вот эта итерация, она становится очень короткой. Далее в качестве библиотек все-таки для использования, например, использования каких-то машин-лернинг алгоритмов и еще чего-то, у меня, например, в конечной имплементации оказалась связочка из, я назвал это Python 2.3, потому что часть библиотек скомпилена под вторым, часть под третьим, и переиначивать мне их совершенно не хочется, я не Python-разработчик. SciPy, NumPy, Pandas — это всякие фреймворки, одни отвечают за очистку, подготовку данных, другие еще за что-то, но по сути в них я перевел прототипы Z. Почему это было сделано не на Java? Потому что моделька росла именно итеративно, постепенно, и дело в том, что датасет, на котором строились модели, вот это тренировочное множество, оно было небольшим. У меня там было 10 тысяч особей с различными признаками, но вот эти признаки были вычислены как раз вследствие процессинга всего датасета. Вот это уже часть была на Java с использованием всех старых добрых Hadoop кластеров и так далее. Далее, кластерная структура, это был свеженький Hadoop. Вычисление неграфовых признаков у меня занялся пик, тоже последней свеженькой версии. А вот графовых признаков я долго, честно, пытался обойти. Это была даже такая модельная задачка, где я не буду использовать ни один графовый инструмент, апачевский или нет. Но, к сожалению, часть вещей, включая PageRank, оказалось невозможно посчитать даже на куче бесконечных итеративных джойнов в пиге. Это все очень сложно, занимает кучу памяти и неудобно. Ну и, конечно, для тяжелых агрегатов, вычислений среднего и так далее, у меня был очень небольшой кластер, буквально там 4 или 6 машинок, там в общей сумме там у меня было не больше 100 гигов памяти. Какие-то фичи можно посчитать, какие-то нет. Я в итоге плюнул на все, приклеил карточку Google аккаунту и залил уже подготовленный датасет в Cloud Storage и использовал такой SQL-подобный язык запросов BigQuery для тяжелых агрегатов. Различные средние, большие джойны и так далее, что немножко плохо работало в этих вещах. Скажу честно, BigQuery тут очень сильно выиграл. Hive, развернутый в кластере с аналогичными машинками, по той причине, что у BigQuery под капотом совершенно другой движок, отличный от MapReduce и так далее. Сам Google уже давно использует для вот этой штуки движок под названием Dremel. Я прочитал статью по нему, мне понравилось, парализация по другому принципу строится, и действительно, те запросы, которые у меня в Hive работали, например, по 4 часа, тут работали за 17 секунд. Вот такая вот типичная ситуация. Не потому, что машины были сильно лучше. Теперь, если говорить о видах Hadoop фреймворков, когда я смотрел на все эти вещи, так как это была довольно модельная задача, у меня было время поработать с различными фреймворками, я начал, естественно, с низкоуровневого API. Это то, что у нас лежит на уровне MapReduce фреймворка, Spark или Tezos. Я не знаю, кто-нибудь пользуется Tezos.
Ну вот есть такая штука. Вот если вас почему-то тошнит от первых двух слов, попробуйте ее. Но она не сильно сложно отличается. Просто чуть больше, наверное, проблем с установкой, с диплоем и так далее. Есть абстрактные. То есть, почему они так называются абстрактно? Потому что вы перестаете думать уже о том, что на уровне низкоуровневого API, как собираются, какие коллекции куда переходят, именно на уровне совсем маленьких элементов строительных блоков. Это, например, пик или кранч. Ну вот в моей ситуации я выбрал пик. Это SQL-подобные. Это Hive, Impala, Shark. Shark — это штука над Spark. Вот. Ну, на самом деле там есть очень разнообразные способы связаться. То есть есть реализация, например, пик над Spark, но очень плохонькая, в том плане, что там не все фичи поддерживаются и так далее. Отдельно это процессинг графов, он стоит особняком, потому что требует еще больше итеративной обработки. Все мы помним из университета, графы, алгоритмы требуют, либо ты встаешь в вершине, начинаешь думать как-то в ширину и так далее. Но про это подробнее чуть позже. Отдельно, опять же, особняком стоит машинное обучение, потому что оно работает часто с небольшими сэмплами, но эти сэмплы переиспользуют много-много раз. Здесь порой не нужен скан всей таблицы. Здесь нужно какое-то подобие вторичных индексов, заведенных в вашем датасете. Это не так уж и просто. И потоковая обработка, если вам данные льются рекой откуда-то, вам нужно на ходу какие-то вещи вычислять. Вот так они разделяются. Ну, какой, собственно, я привел пример вооружения русской армии начала 2014 года. Непонятно, что выдавать солдату. Ну, то есть можно попробовать все, можно из чего-то крупнокалиберного расстреливать ваши данные, вовлекать очень много машин и так далее. Тут наблюдается одна интересная закономерность. Порой для одной и той же задачи вот она у вас почти влазила в память. То есть у меня вычисление, датасет был такой средненький, да? Какие-то вещи, например, логины или лайки за месяц. Я мог, все могло влезть в память, но у меня же уже был Hadoop-кластер. Я начинал это загружать туда, все это начинало вовлекать. Каждый из них не слишком эффективно использовал свое пространство и очень активно начинал жрать мой диск, писать, читать что-то. Мне, в общем-то, не нужны все эти промежуточные результаты данных. То есть особенность вот MapReduce реализации — это все время «давайте, как бы чего ни случилось, сохраним на диск, потом прочитаем». Это все не очень удобно. И я замечал, что я трачу, так как у меня была привязана карточка, я начинаю тратить очень много долларов совсем не на то. Лучше бы я сделал одну машинку, написал бы Java-программку, поместил бы все в память и посчитал. Но в моем маленьком предположении, что вдруг памяти в будущем не будет хватать, я начинал вовлекать слишком много вычислительных ресурсов. В общем, для эксперимента порой это не нужно. Порой хватает простого револьвера. Так, как дальше листануть? Буквально небольшой пангерик на тему Spark, он позиционируется как некий MapReduce в памяти, на самом деле отличия не такие уж и значительные, просто нужно внимательно читать реализацию, понимать, когда он что сохраняет на диск, когда нет. И вот этот момент рекламный, они пишут, что они в 100 раз быстрее MapReduce, а в некоторых статьях написано, что иногда приводится, ну, иногда, а иногда в один раз. Ну, в смысле, вот, потому что вы можете эти данные именно так разместить, и вы так написали своим на низкоуровневом API-джобы, что вот будет, ну, в общем-то, один к одному. Дело в том, что тот же Spark может запуститься в Hadoop инфраструктуре поверх всего, да, то есть, и у вас 90% времени будет все равно занимать начальное чтение и конечное писанина на диск. И поэтому никакого особого выигрыша не будет. Это его отличает имение, так сказать, собственного стека для всех ранее аналогично использующих продуктов. Это Shark, подобие SQL и MLLib для машин-лернинга, и GraphX для графовой обработки. Их довольно удобно использовать все связки, они неплохо все коннектятся, особенно если вы там пишете на Scala, куча библиотек, примеров на GitHub. Есть небольшая проблема, на мой взгляд. Это базовый строительный блок, RDD-коллекция, такая неизменяемая распределенная коллекция объектов. Она позволяет как раз выигрывать во многом, размещаясь там в памяти и так далее. Но, к сожалению, не все задачки, в том числе, конечно, графовые, на это все ложатся. Вы просто в какой-то момент не можете смоделировать свою задачу через эти термины. Но на определенных вещах это дает хороший выигрыш. Соответственно, еще раз просто, чтобы закрепить отличие, на самом деле вот, наверное, самое существенное лично для меня было. Ну, я следил просто сильно за дисками, у меня было немного, диски были дорогие. MapReduce исповедуют почти как животные, помните, такие однопроходные, есть типа эхидные и так далее. Вот здесь все то же самое. У него много чтений и записей, промежуточных сейфпоинтов и так далее. Это MapReduce. Spark, он намного лучше подходит для потоковых данных, но при этом, когда часть данных вы можете потерять. При этом число чтений и записей с диска уменьшено по сравнению с MapReduce. Ну, соответственно, дальше я чуть перейду к каким-то вещам, связанным с пигом. Я понимаю, что на самом деле вы могли им и не пользоваться, но потом, возможно, когда вы им воспользуетесь, вот эти вот небольшие хинты, которые... Я не буду рассказывать про что это такое, приводить сейчас примеры кода и так далее. Вот я расскажу фишечки, которые мне особенно запомнились и понравились. Мне очень понравилось, что у пига, ну,
неважно, что там язык, в принципе, такой доступный, простой английский, вы пишете на некотором языке, где пишете «давайте», там, напоминаю, знаете, что-то вроде PL SQL какого-то такого, вы пишете небольшие инструкции, там есть for each, вы можете каждой записи применить какой-то оператор, есть аналоги грубая, есть аналоги селекта, так или иначе, SQL как-то мапится. Но при этом, знаете, на что это больше всего похоже? Не на SQL, а вот то, во что SQL превращается планировщиком, например, запросов или оптимизатором запросов, например, в MySQL или в Oracle и так далее. Вот если вы читаете эти штуки, то вот очень пик похож на вот это. Если вам уже нравится про это думать, пик очень подходит. Вы говорите, что именно куда пойдет, с чем соединиться, можете указать тип соединения. Эти все вещи реально будут выполняться, как вы написали. Мне очень сильно нравится, опять же, я хотел сказать, два режима. Вы можете написать все это в некотором local режиме. Вы можете не ставить Hadoop, Hadoop кластер и так далее. Поставили просто пик, установили, распаковали архивчик. И там внутри запустится маленький джарничек, эмулирующий Hadoop. Для того, чтобы отладить скрипт на маленьком датасете, поиграться, написать свои скрипты, вот этот локальный режим очень сильно хорошо подходит. Потом он очень легко переносится на распределенный режим. Очень легкие настройки Hadoop кластера. Кто воевал напрямую с Hadoop кластером, с его настройками, с кучей этих XML-файлов ужасных, с этими рестартами, это все очень жестко. И самое главное, вам иногда для разных работ нужны разные настройки. В PG делать все просто. Вы можете вверху в каждом скрипте указать, а пожалуйста, выдели мне на любую джобу там, не 1 гигабайт, там, не 200 мегабайт, а 2 гига. Я знаю, что в этой джобе все будет хорошо. Можно даже разные макросы написать там, для разных серверов. Очень удобно. Для одного окружения, для другого. То есть вы как бы знания о вашем окружении можете в начало скрипта запихать. И он обязательно полезет в Hadoop, заместит настройки, все неплохо работает. Очень классно, что вы вместо там, 10 job, пишите там, как раньше писали, я потом на картинке покажу, map job, reduce job, ой, это я только select сделал, сейчас я буду группировать, пишите еще 2 job, все это на Java, иногда они вход друг друга теряют. Ну, в общем, был определенный геморрой низкого уровня MP, здесь вы пишете в 10 строк. Очень много рекламных постов есть, смотрите, вот здесь столько кода, вот здесь столько, но это правда. Их действительно мало, они получаются довольно легковесными. Они даже получаются более легковесными, чем вот эти вот скелетоны SQL-запросов с вложенными подзапросами и так далее. Порой вот такие вот простыни, они преобразовываются в маленькие планы исполнения. Мне очень нравится ленивое исполнение и возможность пошаговой отладки. Это что означает ленивое исполнение? Пока у вас анализ вашей программы не дойдет до какой-нибудь инструкции непосредственной «выгрузи результат», то есть вы пишете какие-то инструкции «выбери», «прочитай» там и так далее. Вот пока анализ не доходит до «выгрузи результат куда-нибудь» на диск, ничего не происходит. Анализируется логическая схема, составляется все, но остается время на некоторую оптимизацию. То есть пик еще и делает классные оптимизации, которые вы, скорее всего, если писали на низком уровне пик, даже сами бы никогда не сделали. Вы же уже написали один раз эти простыни, не дай бог их трогать, они работают. Оптимизатор пика, он еще делает план разбора, еще сам все это собирает и строит оптимальную цепочку вот этих вот map-reduce-job. Это здорово. Там можно определенным операторам просмотреть, а что же он построил. Ну, часто лучше, чем я, например, мог себе это вообразить. Это встроенные команды работы с HDFS, то есть вы можете еще файловой системой Hadoop туда-сюда какие-то вещи перегонять, чистить предварительно. Причем они как-то посреди скрипта разбросаны. Ну, в общем, очень интересный такой способ. И самое главное, работа со сложными иерархическими структурами данных. Будь то вложенные JSON, вы можете написать свой собственный лоудер, своего собственного кода. Если вам кто-то отдал 100 гигабайт в XML, вы тоже можете пигом это все делать. И при этом это будет намного проще. При этом можно написать свою функцию. Для этого надо, конечно, обладать навыками компиляции джарника, подкладывания его куда надо и так далее, но вы все это можете сделать и вызвать свою собственную Java-функцию. Например, в SQL многим, наверное, не хватало каких-то таких возможностей, ну, готовых из коробки, агрегатных функций. Приходилось изощряться, использовать диалекты, там, дописывать и так далее. Но здесь, ну, все это довольно просто. Есть класс, от которого нужно отнаследоваться, скопировать его, там, не знаю, и переопределить пару шагов, написали свою функцию. Так. Я примерно просто хотел проиллюстрировать, как здесь как происходит все, как вот эти вот стадии преобразования скрипта. На самом деле у вас есть какой-то скрипт, какой-то маленький файл с расширением пига, потом запускается шайтан-машина, когда вы задаете ей приказ, давай, анализируй. Она еще ничего не делает, но она как раз делает вот разбор, анализирует, строит вот эту цепочку и отправляет ее в Hadoop. Все это превращается, постепенно выполняется, отладочная информация возвращается вам, вы видите хорошие шаги, но все это приводит к чему? Вы как бы делегируете свою работу, ну, уже в боевом окружении, кому-то. Тут наступает серьезная проблема с тем, когда что-то упало.
Вот. У меня пик был чемпионом, по количеству что-то упало, я не пойму что. Потому что упало что-то глубоко из внутренности ходу, повал, класс какой-то исчез, почему-то отсутствовал. Очень много было проблем с версиями. То есть я старался использовать свежие версии, но не все свежие версии друг с другом дружат. Ой. Иногда полезно откатиться на какой-то период назад. Там, где версии вот весьма совместимы. Вот пик и Hadoop, они немножко с этим есть проблемы, потому что разные люди это все делают. И после этого вся эта шайтанба завершилась, вам результат можно вывести как на экран, если он небольшой, так и сохранить куда-то. Как это конкретно происходит? Чуть-чуть конкретнее. Операторы API как превращаются? Вы вот писали там какие-то вещи, типа load, загрузить, фильтр, групп. На самом деле кажется, что вот каждому оператору соответствует что-то. Нет. Планировщик говорит, слушай, я могу эти действия заместить в одну мапу. Давай я переставлю местами какие-то вещи. То есть он довольно умный и, по-моему, обгоняет среднего человеческого разработчика на больших данных. То есть, ну, я пока восхищен его работой. Еще из плюсов. Как я уже говорил, это возможность писать парсинга. Очень много классных способов группировки и объединения данных. Они даже в каком-то смысле шире, чем там какие-то вещи в стандарте SQL 92. То есть вы можете и джойнить. И джойнить разными способами, указывая, как именно в памяти это будет лежать. Операторы там, Декартова произведения. Особенные типы группировки, когда ключи мы как бы выносим отдельно сбоку и следим за ними. Это очень удобно для будущих операций. Это возможность как объединять множество, так их и разделять по какому-то условному признаку. Это возможность делать какие-то сэмплы. То есть вы просто говорите делать сэмпл, то вообще очень сложная задача сделать для датамайнера сэмпл. Какой-то такой, чтобы он был более-менее релевантный, чтобы там он был как-то и размазан, но при этом там не было сильно много пустых данных. Вот он делает это неплохо. Приходит время, с юга птицы прилетают, и вы понимаете, что на самом деле все это очень сложно, у вас вообще большой SQL бэкграунд, и что это? То есть вы не хотите замечать какого-то перехода, и хочется что-то готовое из коробки. Тут вам приходит понимание, что вы не будете писать на среднеуровневом пиге. И вообще есть хайв, на нем все аналитики из Фейсбука сидят, и вообще есть статистика, что хайв в Фейсбуке используют больше, чем там, какой-либо другой инструмент. Они писали его для себя, для большого штата аналитиков, которые вообще не программисты. Это очередное повторение истории, что SQL у нас будут пользоваться бухгалтеры. Ну вот здесь то же самое. Вот у них такие умные аналитики. При этом у вас появляется интересная вещь, у вас появляется метахранилище со схемами таблиц. То есть Hive — это такая штука, которая, у нее же SQL, она должна лазить во что-то SQL подобное. Ну понятно, что у вас нет настоящей базы данных, но можно ее симулировать. Давайте где-то запишем, что мы представляем, что вот эти данные как бы структурированы, у них как бы вот такая структура, и мы из этого какого-то места будем об этом дополнительную информацию читать. Вот вы можете это метахранилище где угодно сохранить, можно в HDFS, можно в базах данных и так далее. Но при этом, если вы полезете в HDFS, вы очень много интересного обнаружите. И не дай бог, вы будете еще чем-то параллельно туда гадить, лазить, у вас может нода периодически падать в какой-нибудь безопасный режим, говорит, все, хватит в меня писать, кто-то в меня что-то пишет, я боюсь, у меня какие-то параллельные вещи выполняются. Вот мне с этим очень часто приходилось воевать. По крайней мере, Hive — это был такой инструмент, который чаще всего мой кластер пытался вот каким-то образом залочить, как спамщик. Потому что он пишет много всего разного. Часто при незавершении оставалось много мусора, из-за которого многие новые вещи не запускались. Вот следите и лазите в HDFS за такими вещами, проверяйте свою файловую систему. Классно! У вас появляются настройки, их много, они здоровые, и они в XML. Надо лазить, настраивать. Сложнее, чем в PG, но в каком-то смысле они более совершенные. В конце концов, у вас появилась какая-то более высокоуровневая штука, значит, у нее появилась портянка настроек. Ну, это какая-то такая стандартная вещь. У вас появляются индексы, то есть появляется возможность делать, вот некие вещи, которые позволяют делать запрос в каком-то небольшом диапазоне ключей или даже читать по ключу. Вы не делаете фуллскан таблицы. Вот в этом Hive, наверное, крут. Он некоторые вещи может как в фоне, так и в реал-тайме собирать и позволяет вам вот из большого датасета, вот то, что важно аналитикам, не знаю, посмотреть данные по пользователю Смирнову. В PG вам пришлось бы все равно лазить по всем таблицам. Вы примолтили все данные, чтобы достать, что у Смирнова 5 друзей, если вам на это нужно знать только про Смирнова. Это обилие форматов хранения данных. Это просто чудовищно. Вот Hive поддерживает чтение из всех форматов, но возможность написать чтение своего там несколько затруднено. И даже есть какие-то транзакции, если вы фанат транзакций, не знаю, не дай бог, в банковскую систему, не знаю, каким-то образом процессили во всей этой штуке, ну вот тут какие-то есть, они иногда работают, но иногда нет. Мы обязательно перейдем, как мы без этого-то. Это к различному способу обработки графовых фич. Мне для моей задачки нужно было считать графовые фичи. Мне, естественно, не подходили. Ну как, не подходили? Я, конечно, попробовал. То есть я знал, что ничего не выйдет, но я попробовал. Я, например, когда мне нужно было найти всех друзей друзей,
чтобы посчитать local clustering коэффициент. Но я сделал 3 нормальных джойна. Вот. Сначала их сделал в Hive, но он мне даже не пытался что-то оптимизировать, у меня кончилась память. Потом я сделал в Peak. И там можно было применить, у меня исходный вот набор пользователей, их было 100, например. Это была маленькая таблица. И в Пиге можно было указать некоторые инструкции для микрооптимизации, которые позволяли для эффективных джойнов разложить эту таблицу рядом с экземплярами больших таблиц, и джойны производились эффективно, даже была некоторая предсортировка. Очень здорово. Я смог посчитать это на Пиге, но в целом это заняло несколько часов, мне не понравилось, потому что потом я понял, что у меня была какая-то ошибка небольшая, в множителе я забыл разделить на 6, вот, условно говоря, что-то в своем. Пришлось сначала переписывать, перезапускать и ждать 5 часов. Было неудачно. Соответственно, волей-неволей для вычисления PageRank и каких-то глобально-локальных вещей пришлось все равно работать с Giraffe. Giraffe что делает хорошо? Он ваши данные параллелит не по строкам, ну, у меня строки были пользователи и список его друзей, например. А он их делит немножко по-другому. Он делит пользователей список, как бы, пилит, например, список ваших друзей по степени близости и какой-то смысле кластер. Вот есть ваши друзья, не знаю, там, друзья в этом городе и в другом. И как бы есть определенная разница в структуре. Giraffe пытается сделать предоптимизацию, которая эти данные разорвет так, чтобы пришлось сохранять минимальное количество связей между вот этими разорванными кусочками. То есть, безусловно, что-то дублируется, данные немножко становятся избыточными, но при этом вы можете какие-то вещи подсчитывать, обмениваться результатами и так далее. Чуть подробнее о модели я сейчас на следующем слайде скажу. Придется перелистнуть. Чуть-чуть, немножко не так. У вас есть какая-то лоудинг-фаза. То есть на самом начале Giraffe читает что-то через входящий формат. Дальше начинается интересная вещь. Вы становитесь в каждую вершинку. Для каждой вершинки пишется некоторая джоба. Это джоба для вершинки. Ты говоришь, смотри, у тебя есть друзья, обменяйся с ними сообщениями какими-то. Например, расскажи, что у тебя кратчайшее расстояние, не знаю, до, не знаю, начала маршрута вот такое. Расскажи им об этом. Как работает какой-нибудь BFS. Там все дружат с друзьями, обмениваются информацией. Или какие-то другие вещи. Сообщи всем, что у тебя вот такая степень вершины. То есть вот эти вот вещи позволяют, сидучи в вершине, рассылать все в бок. После этого, если вершины перешли в какое-то состояние, я все досчитал, мне больше не нужно никакой информации пропихивать, в принципе, вершина может как-то помечаться. И вычисление в ней заканчивается. Если же нет, вы просто еще раз прокручиваете цикл. Разошлем всем сообщения, и так пока у вас не сойдется ваш алгоритм. Или пока вы не захотите восстановить. Тот же PageRank можно... Молотить очень долго, но люди его обычно останавливают после, на социальных сетях или на веб-графе после, там, например, 30 итераций, потому что результаты начинают слабо меняться. Зачем идти дальше? И только потом вы все это выгружаете в HDFS. Никаких промежуточных сохранений, полный набор итераций в памяти. Не надо даже сохранять между итерациями, но если вы не хотите. В этом плане даже круче Spark. Вернусь немножко назад. Что-то у меня кнопочка назад-то перестала работать. Что делать? Сейчас, вот так вот. Эта вся штука, у вас был Hadoop кластер, ставится очень просто. Скачиваете очередной архивчик, распаковываете его, чуть-чуть меняете настройки, потому что Giraffe капризный, он не работает со стандартными настройками, ему нужно больше запасных job, запасных map задач, reduce задач. Вы это все берете, правите настройки и вот это подкладываете одну маленькую джобу для вершины, и вся эта билиберда начинает работать. На самом деле очень неплохо, распечатывает результаты и довольно быстро. То есть несопоставимо было. То есть, ну, там 10-15 минут по сравнению с пигом, который молотил 5 часов ту же самую задачу. А оперативу он использовал намного более эффективно. Что такое? Почему Giraffe я, например, выбрал? Ну, это open source воплощение Google концепции Prager. Собственно, не Apache сообщество придумало всю эту концепцию. Оно запускается на обычно намеющейся инфраструктуре. Я не брал, например, тот же Spark, потому что у той же социальной сети у них Hadoop кластер. Мне нужно было просто промоделировать ту же ситуацию на аналогичном стеке. Вычисления происходят в памяти. И самое главное, итерационные вычисления. Про это я уже говорил. Причем физически это происходит так. Кто занимается итерационными вычислениями? У вас есть некий мастер, который следит за тем, как разделить данные на кусочки и раздать их воркерам. Воркеры — это такие трудяги, которые берут свой кусочек данных, свои вершины. Во-первых, они между собой все начинают активно обмениваться. Как-то агрегируются результаты, и где-то на каком-то синхронизационном барьере они начинают между воркерами обмениваться. Потом мастер говорит, все воркеры закончили работу, пришли к финишу, как лошадки, и мы заново перераздадим какие-то вещи и продолжаем работать. Вот такими вот большими супершагами все и происходит.
Ну, если совсем лень. Вот тут наступал такой момент, когда я понял, что я угробил огромное количество времени, мне уже нужны результаты. Ну, то есть, прям вот вообще быстрые, а вдруг я новые фичи начну придумать. Я свои посчитал, понял, что у меня стоимость расчета одной фичи и возни со всем этим была очень высокая. Ну и, соответственно, я такой, о, конечно же, есть же гугловый стек, сейчас я буду вам про него лечить. К сожалению, для него нужна кредитка и деньги. Но для чего не нужны кредитка и деньги? Для всего. У него был набор инструментов, это вот здесь вот полный гугловый стек. У меня не было какого-то классного Java-приложения, App Engine я бы вычеркнул сейчас вот мысленно бы из всего этого. Все остальное пригодилось. Подробнее про это расскажу. Вообще все это пластиковые вилки для макарон, на мой взгляд. Ну, в смысле, вы вообще можете ни в чем не разбираться, протыкивать галочки, и на самом деле за этим будущее. Ну, так все и будет. Тот же Microsoft недавно выпустил Azure и всю свою платформу для выполнения каких-то, в общем, простых обучательных алгоритмов. В конце концов, никакая работа там админа будет уже сильно не нужна. Бери, загружаешь денежки со своей кредитной карточки, открываешь канал к своему датасету, и тебе будут что-то отдавать, какой-то результат. Правда, как ты его будешь в своем бизнесе использовать, не совсем ясно. Вот. С постановкой задач это немножко хромает. Итак, мне нужны были виртуальные машины уже теперь, в очередной раз. Я использовал Compute Engine, я его использовал, правда, с самого начала. Они предоставляют инфраструктуру как сервис. Получаете какие-то Linux виртуальные машины, выбираете какие-то образы, которые вам нужно загрузить. Ну, все как, в общем-то, и в Амазоне. Причем довольно быстро в несколько галочек собирается, в общем-то, довольно хороший кластер. Причем, если у вас небольшая задачка, можно пользоваться спокойно двухмесячной триалкой. Вы можете собрать себе там до 16 ядер и там 100 гигов оперативки на триалке на 2 месяца. Мне, в принципе, я под задачу поднимал такой кластерок, считал и убивал его. В общем-то, долго не тратил деньги. Hadoop очень хорошо масштабируется, вы вкидываете какую-то ноду, настраиваете скрипт для копирования какой-нибудь штуки, если вы не из стандартного дистрибутива разворачивали. Все, в общем-то, довольно хорошо пашет. Самые большие проблемы, которые я ловил, это с SSH и с фигней с динамическими статическими IP-шниками, которые у Гугла почему-то иногда, вроде ты покупаешь у него статический IP, он как бы не совсем статический, что-то его старый по-старому SSH не узнает. У меня было много таких проблем. Иногда я бы сказал, что это серьезная может быть проблема для продакшена, если это никак не лечится. Много ругань на эту тему в интернете. Как я сказал, уже сильно напоминает Amazon. Потом вопрос, куда залить данные для того, чтобы BigQuery их читал. К сожалению, очень геморройный способ читать через REST API оказалось с этих машинок, поэтому есть вот такое хранилище, куда все заливают большие шмоты, их нельзя перезаписывать, они вот положил, можно с них читать. Так как у меня аналитика вся была на чтение, данные не обновлялись в режиме real-time, и это будет соответствовать модельной задачке, в которой это все было. Я заливал туда сырые датасеты, уже приготовленные моим кластером, чтобы они были более-менее все-таки плоские, более-менее имели структуру, типы одинаковые в колонках и так далее. И он хорошо интегрировался со следующим гугловым сервисом BigQuery, про который я уже говорил. Это вообще чистый голимый SQL. То есть даже Hive дальше стоит от стандарта, чем вот эта вот вещь. Там только другой способ выборки таблицы из From. Они заключают его в квадратные скобочки. Такая особенная работа с namespace. Несколько интересных встроенных функций, но очень мало. Там жалкий десяток. Она лазит в Cloud Storage, считает данные. Первый раз я вообще не поверил, когда видел эту демонстрацию. То есть он лезет. У меня там 100 гигабайт, эта штука берет там за 0,3 секунды, мне делает несколько агрегатов. Я такой, так, наверное, это неправильные агрегаты. Пересчитал все на кластеры, да нет, такие. Очень странно. Терабайт пробегает за секунды, но при этом, если вы начинаете джойнить в этой штуке несколько терабайтных таблиц, но вот здесь вылазит их ограничение, они говорят, вы знаете, вот если у вас все таблицы в джойне больше там, 100 мегабайт или 80 мегабайт, это атата, вы начинаете сверх использовать наше какое-то там своп пространство и, там, и так далее, вы поставьте галочку, что вам нужны очень большие данные, мы вас будем по другому тарифу с вас деньги брать. И самая важная вещь, что меня очень сильно стимулировало писать оптимальные запросы. Дело в том, что BigQuery подсчитывает потраченные вами деньги по количеству вовлеченных в процессинг данные. Есть определенная такса. Вот вы процессите там столько-то варчаров, там, у них есть определенная длина в байтах, вот вы эту колонку вовлекли в исчисление, пожалуйте цент, еще и так далее, и так далее. Это так стимулирует писать хорошие запросы. То есть я сначала... Так надо всегда вообще делать, штрафовать разработчиков за неоптимальные вещи. Вот, понимать, почему это так сильно параллелится, нужно гуглить вот такое вот слово Dremel, я не знаю, что оно означает, но статья быстро находится, статья 2010 года, там просто другой процесс такой микропараллелизации раздачи данных, знаете, начинает больше уже напоминать вычисления на видеокартах, но это еще не вычисления на видеокартах, еще не миллионы маленьких процессоров, но вот какой-то вот такой средней тяжести.
между нашими там 30 ядрами и их 10 тысячами. Вот что-то такое. Тут очень плохо видный, наверное, какой-то пример. Но в целом я просто хотел проиллюстрировать, как эти все сервисы могут в связке работать. О, да что такое? Указка не на ту штуку нажимается. Например, у вас есть какое-то веб-приложение, развернутое веб-энджин, там написано на Java или на Python. Вы все эти вещи, например, из него, вот следующий доклад будет как раз про логи, вы из него там пишете что-то в логи, логи можно сырыми лить вот в этот самый Cloud Storage, и дальше BigQuery их анализировать. Есть даже такая фича, как Prediction API, то есть попытка за меня построить математическую модель, но она плохо работала, я обрадовался, она строила хуже, чем я. Вот, она строит совсем плохие прогнозы на совсем простых данных, там, заказчики заказы, ну, в таком духе. Вот, все это вместе, в принципе, интегрируется через REST, но иногда не хватает русскоязычных руководств. Опа, вопросы, блин. Как же так? Надо было их на разные слайды разнести. Я даже вот не знаю, что делать. Ну, читайте их все равно. Вряд ли вы прямо сейчас все сразу ответите. Вот такой вопрос. Можно ли запускать пик не на Hadoop кластере? Кто первый отвечает такое? И Коля, ты первый поднял? Он знает. Ну, вернее, поверх Мезоса. Поверх Мезоса. Интересно, ну да, в каком смысле ты правильно ответил на вопрос? А можно еще как-то дополнить? Вот Боря поднимал руку. Да, он слушал мой доклад, а ты использовал свой опыт. Вот этот вопрос, возможно, не так явственно прозвучал в докладе, но, может быть, просто кто-то знает. Можно ли задавать разный уровень параллелизма в пик для разных операторов? Наверное, вопрос скорее на знание. Хотя вот так или иначе я чуть-чуть про это упоминал. Вот, ну, то есть, например, select распараллелить в 20 раз, а, не знаю, там, v распараллелить в 5 раз, ну, условно говоря. Можно вообще так делать или нет? Здесь можете угадывать. Все да так, а если ты хочешь покомандовать? Или нет? Или собственный анализатор? Ну что же вы, там же призы будут. Давайте. На самом деле не так уж много попыток. Не надо даже особо аргументировать. Просто скажите да. 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 Ты говоришь да. Да. Все, Дима выиграл, считаю, очень активный пользователь. Да. Вопрос такой на засыпку. Может быть, кто-то знает? Можно ли было обойтись без жираф в вычислении графовых фич? Я буду благодарен за ответ. Вот. Да, как? Я задам встречный вопрос. Не, ну то есть. Вот. Ну, снова Коля со своей колокольни. Да, я, наверное, в этом вопросе скорее имел в виду вообще без каких-то специальных графовых штук. Но, блин, да, вы все видите, Коля задоминировал просто своим опытом. Потом объявляем его победителем ответов на мои вопросы. Ну и неудивительно, потому что он шарит. Я еще хотел Давай. Парочку. Ну, в общем, я не согласен с тезисом, что в Spark часть данных X вы можете потерять, когда вы процессите. На самом деле, штука такая, если что-то упадет, он задетектит падение машины и просто перевычислит. Данные вы не потеряете. Ну, окей, да. Что там? Ну, тоже есть одиночный отладочный режим, как в пик. Вот. И в Spark тоже есть умный анализатор. Такой, приходите к нам, да. Такой, у нас есть умный анализатор. Хорошо. Ну вот, на самом деле я закончил. На самом деле, может быть, у кого-то есть вопросы. Материал был такой довольно сумбурный. Но, возможно, вам какие-то штуки понравились. Вы сейчас домой пойдете и начнете там свои датасеты гонять. Итак, есть вопрос. Надо, да, давайте пару финальных слов расскажу. Ну просто я не хотел, я просто хотел рассказать именно о вычислительной сложности фич. Вопрос модели просто лежит отдельно, немножко в рамках другого доклада. Модель построилась, но прямо вот на 100% построилось две модели. Одна делает хорошую ошибку первого рода, а другая второго. Объединить мне их пока не удалось. То есть одна хорошо детектит именно спамеров, а другая, ну и при этом пропускает, иногда помечает как спамеров хороших пользователей. А другая наоборот. Ну, то есть они обе пока не дошли до этого порога. Но все только начинается, так что, может быть, мне удастся как-то улучшить обучение, выделить новые фичи и так далее. Ну просто это вот за рамками немножко лежало, поэтому я опустил. Алексей, угу. А вот что это? Я не буду называть. Нас не так много в России социальных сетей. Есть такая. Есть одна сеть, да. Ну, чтобы, дабы это не превращалось в какую-то это, релевантную информацию по отношению к этой сети, поэтому я назвал некой социальной сети. Это не так важно на самом деле. Датасет мог быть из другой какой-нибудь социальной сети. Вот. Так, есть ли еще? А, вот есть вопрос. Какой вопрос? А вот данные были в вашем датасете, они были обезличены?
Да, конечно. Конечно. Но тут интересный момент. У меня, например, были тексты постов. Имена из них были вымараны. Но, например, были эпишники, ну, в смысле, например, сидит человек в каком-нибудь, ну, это данные были за 13-й год, например, постов, сидит человек в каком-нибудь поселке, из которого он единственный пользователь, например, были и такие небольшие, просто он в регионе сидит. Наверное, его можно как-то установить по его локациям там, и так далее, но такой задачи не ставилось. Но данные вообще безличные обычно в таких вещах представляются. Они не важны, потому что нужно построить систему, вообще построить модельку, которая будет просто для любого же пользователя все делать. Ну, и я подписывал там что-то, я... Там, никогда не скопирую, вот, поэтому вы не видите у меня тут ни кусочков примеров данных там, и так далее. Я могу только рассказать, что я делал. Не могу, к сожалению, их предоставить в обзор. Ну, фамилии, наверное, каких-нибудь политиков были. Ну, я понял этот вопрос. Ну, короче, какие-то вещи релевантные именно пользователю, как я понял, вычистились. У меня были пропуски поставлены, что вот здесь было имя пользователя и его друзей. Какие-то, возможно, большие вещи в постах могли быть, но это вот та защита к данным, которая была предоставлена. Мне хотелось узнать самую популярную фамилию. Тут не посмотришь. Ну, таких исследований, в принципе, много. И народ грабит по API все наши социальные сети и как бы такие штуки делает. Вот, так что у меня тут не было такой штуки. Я не использовал фичу, если ты Кузнецов, то ты спамер, да, там. Хотя хорошая могла быть вещь. Нет, у меня были обезличенные демографические данные, айдишник, возраст, пол, регион, но как бы без фамилий, привязок и так далее. Вот. Еще есть вопросы? Вот еще есть. Может, немножко нубский. А реальный SQL для таких объемов данных вообще не используется? Или это обусловлено входными данными? Я сейчас скажу, на самом деле были некоторые данные, вот можно было их в принципе так разбить, чтобы какие-то вещи можно было загрузить в базу данных, там попроцессить. Просто я перед собой ставил задачу сымитировать реальное окружение, которое там было, и в итоге на том датасете, который бы был, невозможно было бы обучить модель и так далее. То есть я бы мог это сделать. В конце концов, я вообще финальную модельку там VR строил по Excel файлу, который я выгрузил, там маленький датасет. Да? То есть в каком-то вещи можно где-то на промежуточном уровне использовать. Но проблема именно в том, что вот исходные данные очень долго былились в базу. То есть, ну, у меня был порядка 150 гигабайт. Вот, то есть периодически все эти вещи куда-то вливать, сканить по ним, но это все, конечно, нереально. Плюс все вычисления все равно скан таблиц затрагивали. Ну, скан, например, по таблице там, в 39 гигов, ну, это долго. Вот, все-таки как-то. Поэтому я и стандартные SQL-базы и, наверное, не рассматривал. Ну, их подобие, да. Еще есть вопросы? Если вопросов нет, то мы призы должны какие-то вручать. Вот давайте Коле вручим приз. Надо еще какой-нибудь второй приз вручить. Давайте Диме вручим, потому что он был уверен в себе. Мне нравится. Все, всем спасибо.